И снова всем привет, дорогие друзья! Давайте отдельно поговорим о томате Джекпот, производитель фирмы-партнер. Цена, конечно, очень такая дорогая, 150 рублей 5 семечек. Но если они у вас зайдут, друзья, они вас порадуют. Я купила, я не пожалела, и я очень довольна. Вы посмотрите, что творится на этом кустике. Ну, это просто бомба. Это просто бомба, друзья. Он очень урожайный, он очень классный. Введу я в 3 стебля. Заявлено, можно даже вести в 4. Вот. Тоже заявлено производителем, что кустик в различных местах, где он растет, на улице, допустим, или в теплице. Вот в теплице у меня он вырос с меня ростом. Вот, даже завязывается наверху помидорки. Ну вот, что творится тут внизу, это что-то с чем-то. Томат очень вкусный. Можно его вялить, можно мариновать, можно что угодно с ним делать. В свежем виде он очень прекрасный, очень вкусный, сладенький, классненький. Просто бесподобный томат. Если вы купите, если вы посадите, вы будете очень довольны. Друзья, многие уже сажали, много хороших отзывов я читала и видела видео. Люди выращивают этот помидорчик. Так как бы советую, даже если будут вдруг у вас такие семена, не пожалеете, купите, и вы будете очень довольны. Так что вот. Ну вот, я буду заканчивать, друзья. Ну, что при посадке, конечно, мы добавляем азотные удобрения. Это у нас навоз. Фосфорные я клала рыбку. Есть у меня отдельное видео. Так, ну, калий. Вот сейчас нужен калий. Поливаю золой. Также использую зеленые удобрения тоже. Настаиваю траву. Она у меня там бродит, и потом уже поливаем. Вот. Ну вот. Буду заканчивать такое отдельное видео про этот томат. Джекпот. Просто. Пишите свои комментарии, кто выращивал уже. Может, что-то я делаю не так. Ну, как бы, я довольна. Мне нравится. Хороший помидорчик. Всем спасибо, друзья, и до новых встреч!